Я Подгребонских Марина Анатольевна, работаю кассиром на станции Площадь 1905 года. Захотелось 10 лет назад стать кассиром и пришла, устроилась и работаю. Это же непростая профессия, тут она требует и внимания, и бдительности. Я люблю свою работу. Пассажиропоток очень большой. Люди разные, и характеры разные. Есть вспыльчивые, есть спокойные, есть больные, которым нужна помощь. Ну и все требуют внимания к тебе. График работы у нас идет день-ночь, а цепной выходной. Как бы 2 дня мы отдыхаем. Отпуск, каникулы нам еще дают. Отдыхаем. Ну какие проблемы-то у нас могут быть? У нас как бы сейчас пенсионеры, они плохо видят, плохо слышат, не понимают, а может быть и не хотят понимать. Пополнение карт увеличилось. Как это можно объяснить? Ну как, все люди стали на карты переходить. Наземный транспорт здесь пополняет, пенсионеры все пополняют, студенты, школьники. Здесь вот для молоденьких девчонок самое то. Тут можно учиться, работать, совмещать. Как бы я вот приглашаю на работу. Тут, конечно, опыт нужен. Самое главное, это нужно с деньгами хоть немножко знать. Денежки. Счет.